Как уберечь себя и своих близких от опасных бактерий и вирусов? Какие меры профилактики самые эффективные? Сегодняшний «Глас народа» посвящен этой теме. Ну, на данный момент, наверное, коронавирус у нас считается самой такой опасной болезнью. Опасная и предсказуемая. Она потому что незнакомая, поэтому нам кажется, что она совсем страшная. Как бы всегда человечество переживало всякие эпидемии. Я думаю, что и с этим мы справимся, только надо соблюдать меры предосторожности. Какие носить меры маски, можно? Чаще мыть руки, ну, соблюдать дистанцию, поменьше находиться в контакте с большим количеством людей. Ну, как-то так. И мы ее победим. Я полностью согласен с супругой. Сифилис и СПИД. Надо надевать презервативы. Рак очень опасный болезнь. Ну и как инфекции эти тоже опасны. Вот я больная раком. И что вы думаете, я очень боюсь инфекции сейчас. Угу. Как защититься можно? Ну вот, вот маски, конечно, в людных-то местах, где это, конечно, с масками защищаешься. Вот. Ну, руки, конечно, приходишь, обрабатываешь, приходишь домой, сразу эта обработка идет. Ну, а так вот как уже. Обычно. Да, что как все равно куда-то чего-то заходишь. И, конечно, уже не так вот часто, что в гости, как раньше, например, ходили друг к другу там, то теперь уже, конечно, сидим. На попе ровно, как говорится. Ну, а вот с прививкой я, наверное, и подожду. Мне, наверное, не разрешат. Нет, а я... О, еще вот эта прививка, да. А я сделала, потому что до этого делала от гриппа. Мне кажется, вот она мне помогла, что вот все-таки организм это... Делали мне эту прививку. И это я эту прививку буду делать. Любые болезни опасны, а защититься, как обычно, маски и так далее. Беречься от всего и вся. Я к этому очень просто отношусь, да. Я считаю, что любая болезнь имеет свойство к лечению. Ура! Поэтому да, никаких. А профилактику какую-то надо? Ну, естественно, здоровый образ жизни. Нужно пить, нужно курить, нужно заниматься спортом. Это, естественно, мне кажется, всем понятно. Ну и тогда болезни не будет, я считаю. Сезонный, да, все-таки грипп. Мне кажется, грипп больше всего у нас, как бы это... И уносит там, ну, жизни именно не полностью, что вот сейчас как ковид, а весь грипп. Вот. Ну, профилактика. Чай с медом, больше фруктов, витаминов. Радикулит. Радикулит? Ну, коронавирус, я думаю, наверное, рак. А защититься не знаю никак. Никак? Ну, от этого маски, от... Да, от коронавируса. Маск, прививки, наверное, надо обязательно. Вот я думаю, надо. Коронавирус. Самая опасная болезнь. Защититься, носить маски, перчатки, соблюдать гигиену. Дистанцию рук, социальную. Дистанцию социальную, да. А прививку, как вы думаете, можно? Ну, я бы не хотела делать, потому что она еще как бы... Ага. Согласна. А народные какие-то средства есть вот защититься от болезней грипп, коронавирус, другие там какие-то заболевания? Народные средства? Не знаю. Мне кажется, это гигиена рук и вообще всего, социальная дистанция.